Привет всем! Мы продолжаем прохождение This War of Mine. Так, день пятый. Борис возвращается. На нас ночью напали. Так, ух ты, Мэрин получил ранение. Чё, сейчас у нас уже есть и оружие. Борис достался. Так. Давайте-ка сразу на питание тебе отправим. Так, закрепно. Так. Да, нам нужна лопата будет. Так, надо будет растопить водички. Не забываем, что здесь надо что-то оставить, чтобы закрома, как говорится, не закрылись. Так, ну что? Борис, давай-ка отдыхать. Водичкой займемся. Посмотрим, что мы произвести можем. Будет снег натопить. Так, ну вот, мы много чего можем произвести. Что мы сделаем? Надо ловушечку поставить. Так. Где-то вот здесь, в подвальном помещении, разместим. Жаль, овощей нету, чтобы приготовить поэффективнее. Ну так, что нам для... А, нам нужен еще фильтр, понятно. Сейчас произведем и фильтр заодно. Это я забыл про фильтр. Все равно нужен, надо бы мы снег топим, фильтруем его, кипятим, чтобы получить питьевую воду. Сейчас ловушечку поставят Мэрины. Сделает фильтр, он, по-моему, более короткий как-то фильтр, ну, я надеюсь. Будет производить. Но устало. Может, пока консерву заточи, что там есть, да? Мелия тоже у нас в соседе помогала. Немножко ресурсов выбрали. Так.
Так-ка, Мэрин, давай установим ловушечку. Пускай работает. У нас вот есть очень хороший вариант. Давай-ка тоже отдыхаем мы на Мэрин. Отправим хозяйничать. Так, дверку закрываем. И наверх. Кто знает, прилег на ранение Мэрина. Стоит ли ему перебинтовываться? Так, давайте парочку фильтров сделаем. Не уверен, может быть. Само заживет. Давайте водички. Ну да, обеда, если кто-то придет, то придет. Нет, так нет. Погляди. Надо бы радио собрать. Послушать новости в конце концов. Так. Побольше воды сделал, мне сколько как снег хорошо. Один снег на 4 воды. Давай делаем. Спокойно стал. Это хорошо, удалось спасти эту девушку, надеюсь, что бедняжка в порядке. Все в порядке. Все-таки прикольно, что удалось. Военного этого остановить с топориком, ну прям как в Таевском преступлении. Здесь пока что без наказания. Зря разбудили. Надо ложиться обратно спать. Хорошо. Так. Ну что ж, радио так радио. Давайте сделаем. Обычно, что ли, в мастерской разместим.
Мы посмотрим, что же нового наконец-то узнаем. Три из наших слушателей сообщают о случаях насилия со стороны военных в отношении гражданских лиц. Представители военных опровергают эти сообщения. Да уж. Сохраняется низкая температура. Все труднее становится найти дрова или собирать все, что можно сжечь. Так, сообщество ведет переговоры относительно военного вмешательства Грознави с целью добиться прекращения огня и поставки гражданскому населению гуманитарной помощи. Понятненько. Так, ну что мы тут наделали? Никого вроде нет власти. Мы по помощи завершаем день. Так, помню, нужна будет лопата, ломик. Да есть. Так, автомат добыли, патронов немного. Прячем. Ну что ж, завершаем день, чтобы не тянуть, стараемся добывать. Естественно, выбор у нас небольшой, Борис. И все же туда же, в супермаркет. Так, остальные отсыпаются, отдыхают. Готовим, берем и добываем. Посмотрим, что сегодня будет твориться в супермаркете. Кстати, выглядел здесь небольшой рандом в супермаркете. Может начаться с того, что там просто куча народа что-то собирает припасы. Не знаю, вот есть такой, видите, как мы попали в этот день. Какой-то военный там решил похулиганить. Но ему не повезло. Повезло-то нам, Борису в частности. Что сегодня? Так, хорошо. Кто-то лазит. Нам надо с лопатой вниз бежать. Насколько я помню. Мы слышали о том солдате, что он пытался сделать. Хорошо, что бедная девочка теперь в безопасности. Ну и слава богу. Так, нам вниз. Здесь, да, вот здесь будем раскапываться. Ага. Посмотрим, что тут ценно. С лопатой это мы быстро должны сделать. Это хорошо. Блин, оно за нами бежит. Ну, да, вроде женщина это. Она живет посредственно, это помогает мне с продуктами. Бездомный, что ли? Человек может. Ну как бездомный? Сейчас мы все бездомные. Кто, как говорится, куда? Так, ну, вот ломиком вскроем помещение. Да, если к тому солдату не помешал Борис, чунка бы погибла, можно сказать. Так. Еще и тут можно. Давайте-ка на обследуем эту территорию внизу.
Так, мы начинаем собирать. Вообще кошерно, конечно, когда 17 этих ячеек Борисом можно набрать барахла немерено. Это очень хорошо для задачи. Тем более мы вот видели, как он так сильно и топориком хорошо орудует. Это тоже хорошо. Если еще вооружить, ух. Так. Собираем. Все наверх. Я как помню, у нас еще там на крыше не обследовано. Да, у людей еще есть сила сопротивляться. Так, ну тут уже все не влазит. Так, тут нужно. Так, ну давайте-ка наверх. Потом тут почистим. Деревья у нас еще довольно-таки много. Так, что-то сюда вроде загружались, да. Это хорошо. Так, давай-ка, загружай-ка. Опа, тут тоже, я думаю, можно оставить, надеюсь. И потом заберем. Давай-ка вниз еще. Ломик нужен, тут еще шкаф открыть этот металлический. Давай-ка шкаф вскрываем. Подберем тут, тут, тут. И тогда отправимся наверх. Следуем крышу, там тоже может что-нибудь да осталось. Как шумно. Так, разобралась. Ух ты, ё, пистолет. Берем все. Тоже вещи полезные. Сказать, что и автомат есть, но оружие не помешает. Если хорошо вооружиться, это тоже полезно. Так, здесь папироска. Здесь, по-моему, дровишки будут. С дровами тоже нам нужны. Бежали. Тут верхний, второй этаж фактически, тут первый, тут подвал. По-моему, там подзачистили, ну, может, какая мелочь осталась. Ну, сейчас глянем по пути наверх. Так, дверь закрыла. Я думаю, чего что-то ничего не видно. Так, что ж, выгружаемся. О боже, посортируем, что как. Ну давай наверх. Забываем, у нас еще и здесь есть вот. Ах ты, бабка. Я ничего не замышляю. Ты лестницу занимаешь.
что они есть, конечно. Так, тут пусто. Идем наверху только. Ага, а вот еще есть. Давайте глянем, что ли. Что тут за... А, ну берем. Так и быть. Так, и наверх, наверх. Добыча. Давай-ка вот это. Блин, тут еще много чего и на крыше завалялось. Посмотрим. Ух ты, как много. За один раз все и не вынесешь, пожалуй. Даже Борису это не под силам будет. Уже почти набил рюкзак. Ну, пока что хватит. Не знаю, тоже вот побежим сюда. Спустимся, выгрузимся и снова поднимемся. Должны успевать. Угу. Друг другу мешать. И будем чешни. Две трети времени прошло уже. Так, ломик. Ставим тоже, чтобы все постараемся сверху выбрать. Так, зря, нам бы сюда, 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 давай. Всякая всячина тут. Так. Теперь сюда. Так, хорошо. Давай здесь собираем. Ну вот. Большая часть ночи уже прошла, 3 часа утра уже. Но пока не светает. Время есть. Сейчас
Все прибрали в одно место, отсортируем. Что мы возьмем сегодня домой и побежим в убежище. Так, давайте все, я не знаю, выбрасываем как бы. Что мы возьмем? Ну, консерву возьмем. Так. Вот это можем взять для ловушек. Естественно, снаряжение свое соберем. Так, куча досок. Так, на продажу пойдет. На топливо пойдет. Патроны. Давайте возьмем патроны. Так уж и быть. Вот это. Так. Воды надо как бы есть. Ну, давайте этих компонентов наберем. Ну и досок парочку, что ли. Как-то так, наверное. Придется еще ходить в супермаркет. Тут у нас огромное количество этих досок и прочего. Водички из компонента. Вот. Много чего, куча сигарет, вот, и еды даже. Еды у нас есть, еще ловушки будем ставить. Давайте выходим и направляемся к выходу. Глянем, как тут все выглядит. Здесь вроде бы пособирали, но посмотрим. Все, Борис уже в убежище, и это хорошо. Узнаем, как прошла эта ночь. Свой ожидает нас впереди. Подведем итог. Ох, снова нападение. Что-то зачистили. Легкое ранение у Мили. Глубокое ранение. Нужны бинты. Ну, блин, бинты у нас есть, к счастью. Ладно. О чем задумался Мариста? Это его история. Ладно, на этом заканчиваю. Такой прошел еще один день. Ну а следующий ждет нас впереди. Новых встреч. Пока-пока.